Всех вас приветствую, дорогие братья, дорогие сестры. Спасибо всем за оформление служения, за топение. Я так слушал, как Константин пел, и думаю, вот не хватает ему пары рядом. Сестра Валентина ему очень хорошо помогает. Обычно, вот когда они поют вместе, оно как-то богаче. Но это было вообще очень прекрасно. Спасибо всем, кто служит Господу своими дарами. А название проповеди у нас сегодня «Продано греху». Очень многие спрашивали, нет там ли опечатки. Обычно «продан», да, а тут «продано». Вы знаете, наша тема называется «Вот какому греху я продана?». Интересное размышление. Я сегодня хотел бы вам подарить вот этих 40 минут жизни без суеты. Постарайтесь погрузиться в это размышление, не в сон, а в размышление. И думаю, что вы сможете где-то увидеть себя, вы где-то сможете попытаться увидеть нечто подобное, что в вашей жизни происходило или происходит. Если прислушаетесь, то Слово Божие говорит, тогда будете жить. Римский поэт Овидий, он однажды записал известный афоризм. «Я вижу лучшее и одобряю его, но следую худшему». То же самое, что чуть позже скажет Павел. Он говорит, «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян и продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Созвучно, да? Мы знаем, что хорошо, мы его одобряем, но делаем по жизни плохое. Следуем плохому. Вот интересно, как так получается? Когда мы открываем книгу «Бытие», мы находим первые дни творения. Там написано, что когда Бог творил, Он говорил почти после каждого дня «весьма хорошо». И увидел Бог, что это хорошо. И Он говорил «хорошо, хорошо, хорошо». И вот однажды Он говорит «нехорошо». Почему Бог при всем том, что говорит «хорошо, хорошо», однажды сказал «нехорошо». Вы знаете, это не означает, что это плохо, это означает, что можно еще что-то лучшее придумать. Если мы видим, что хорошо, но можно еще что-то лучшее. И вот посреди всего этого хорошего появляется женщина. И, конечно же, мы так скажем, Адаму повезло. И в чем же ему повезло? Знаете, в чем? В том, что у него не было выбора. А мы на этой неделе ходили в магазин, где продают кафельную плитку. Вот мы хотели плитку на пол купить. И когда мы пришли туда, там 200 наименований выбора. Представьте, задача. Адаму было проще. И вы знаете, вот когда мы размышляем над этими истинами, я думаю, ну как вот среди всего хорошего и вроде бы еще лучшее, и в этом таком самом лучшем и прекрасном происходит грехопадение. Адам и Ева, они разрушили свое собственное счастье. Все то, что было, скажем так, наработано годами, все то, к чему человек стремился год за годом, это семья, это быт, это церковь, это служение, это максимально все лучшее, что человек строит, потому что каждый день он считает, что он строит что-то лучшее. Он всегда растет и прогрессирует. И в один момент дьявол приходит и говорит, что-то у вас здесь все слишком хорошо. Но вы просто еще не все знаете. И начинает рушить, и делает это, кстати, незаметно. И делает это через каких-то влиятельных людей. Всегда есть люди, которые строят, и есть те, которые рушат. Иосиф – это та личность, которая строила.
Давайте буквально в минуту пройдем его жизнь. Первый, он переживает отвержение своими родными, да, братьями. Второе, его продают в рабство. Третье, в него влюбляется, скажем так, хозяйка или Потифара жена. После этого он попадает в тюрьму. После тюрьмы он выходит, и начинается его вот такой вот, скажем, рост по служебной лестнице, и в результате он становится спасителем своей семьи, родных, а потом из этого и вся нация. Это человек, который был, скажем так, создан для того, чтобы строить. В Библии мы находим другую личность. И эта личность – это царь Саул, который прекрасно построил, за которого голосовали люди, которого поддержали, который много, не один десяток лет трудился для Господа. И в конце концов, вот эти качества, которые были изначально непобедимы в нем, это гордость, это себялюбие, это эгоизм, это желание, это зависть, это желание властвовать, они его разрушили. И в конце он говорит своему оруженосцу: «Убей меня». Я называю это самоубийством. Человек, у которого было царство в руках, который мог руководить, первый царь Израиля, такая большая история, и этот человек оканчивает жизнь самоубийством. Это печально и это трагично. Хочу сказать, что Адам и Ева, они прожили какой-то определенный отрезок времени, и было все прекрасно, и вот приходит дьявол и начинает предлагать нечто другое. Он начинает рекламировать что-то. После того, когда они ослушались, Слово Божье говорит, что они начали стыдиться друг друга, прятаться и прикрываться. Запомните, после греха, насколько бы он сладок не был, приходит горькое разочарование. И жить не хочется. И вот дьявол так работает. Он работает для того, чтобы оправдать грех. А грех, как правило, сделанный грех, он начинает сопровождаться оправданием каким-то, обманом. И тому, кто обманывает, кажется, все так складно получается, а со стороны видно, что это обман. Давайте мы возьмем, к примеру, Давида. Давид совершает грех с Версавией. После этого начинает думать, как же выпутаться с этой ситуации. Начинает писать письмо, обманным путем убивает человека. Трагедия. Все так вроде бы внешне хорошо. Но человек, совершив этот грех, он идет дальше, дальше и дальше. Вопрос. Какому греху был продан этот человек? Понимаете, каждый из нас, он подвержен какому-то греху. Каждый из нас, живущий на земле. Каждый. Но есть момент, когда мы можем остановиться и сказать: «Господи, пожалуйста, дай мне руку, я пропадаю». Адам и Ева, они тоже свободны были это сделать и сказать. Тогда, когда змей подошел и начал обольщать, они могли абсолютно все остановить. Тем более мы читаем, что Слово Божье говорит, что Адам, он был властелином всего. Первая глава книги Бытие, и стих, кажется, 26, там написано: «Бог поставил его владыкою
над всем, над птицами, над зверями, над пресмыкающимися, над гадами, над всем. Он свободно мог в любой момент сказать дьяволу: убирайся, он же владыка. Но он начинает заигрывать с грехом. И чем заканчивается грех Давида? Современным языком это называется заказное убийство. Заказное. Он говорит: вот этого надо убить. И дает инструкцию, как это сделать. Это верующий человек, это царь, это тот, который любит Бога. Когда человек продается греху, дьявол полностью владеет человеком. И он даже не может заметить, как это происходит, что он так глубоко уходит. Скажите, когда Давиду, когда он играет на свирели, когда он помазывается в царя, что он будет заказывать убийство человека? Скажите это ему вначале, он скажет: вы что? Я же помазанник. Но представьте себе, что случается, когда человек отступает от Бога. Он просто продается греху. И кто за что продается? Знаете, каждый город, каждая страна имеет свою специфику жизни и заработка денег. Изучив немного здесь эту специфику, я смотрю, как со стороны наблюдаю, как люди наши, которые работают, как люди начинают продаваться. Люди начинают продаваться. Продавая истину, продавая святой субботний день за то, чтобы удержаться на работе. Это кажется так все оправдано. Ну что, на кого же я ставлю этого пожилого человека? Надо быть. Второй вопрос, это что, грех? Так это не грех. Это просто ухаживать за человеком. И многое другое. Люди начинают просто продаваться, и в конце концов человек так далеко уходит, что потом просто начинает стыдиться. Адам, он начинает оправдывать свой грех, сваливая все на других людей. Он говорит: ну, при чем здесь я? Это не я, мне вот помогли. Это Ева, которую ты мне дал. Ева начинает обвинять Бога. И таким образом нет покаяния. Просто нет покаяния. И, конечно, вожделенный плод, дьявол всегда подходит и говорит: Ева, ты такая молодая. Тебе нужно больше в жизни, чем ты имеешь. Тебе нужно чего-то большего. И Ева соглашается. Слово Божье говорит, что змей же был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь. Мы говорили о том, что Адам над ними тоже власть имел. И дальше мы читаем, что сказала жена... и дальше написано, сказал змей жене: подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое посреди рая, Бог сказал: не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Дальше написано, что он начинает делать рекламу и говорит, что вы знаете... Если вы вкусите, глаза ваши откроются, вы будете как боги, знающие добро. И после этого обратите внимание на то, как начинается шестой текст. И увидела жена. А до этого не видела. А после этого сразу увидела. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. После чего она увидела? После рекламы, друзья мои, давайте так скажем по-простому. После рекламы она увидела.
Оно хорошо для пищи, оно дает знания, и еще оно вожделенно для глаз. Каждый, конечно, может себя найти где-то в чем-то, какому греху продан или продана я. И поймите, что все в жизни имеет прогрессию. Оно все возрастает, оно все увеличивается. И то, что изначально кажется абсолютно безобидным и невинным, оно вырастает в большую проблему, из-за которой человек теряет себя как личность, теряет смысл жизни и теряет вечную жизнь. А начинается все абсолютно с малого. Начинается все просто приятно для глаз, очень приятно. Да, оно еще какое-то желанное, вожделенное такое, а? И, наверное, вкус тоже неплохой. А оно еще знание дает. Неважно, друзья, какому греху мы проданы. Павел говорит, я продан греху. И если я без Бога, я просто остаюсь в рабстве греха. А позже, когда человек совершает грех и видит, что он наг, он начинает каким-то образом восстанавливать не отношения с Богом, а внешнее. Он начинает шить себе листья, одежду из листьев смоковных, да? Он начинает как-то прикрываться. И внешне мы хотим выглядеть нормально, потому что что же люди скажут? Отношения с Богом пока не все сразу видят. А вот что люди скажут. И Христос, кстати, о таких людях писал. Матфея 23:25. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисть прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Понимаете, откуда все начинается? Он говорит, сначала очисть внутреннее, а потом и внешнее будет чисто. Адам и Ева как раз не с этого начинали. Они начали с обвинения, потом они начали прикрывать внешность, а за внутреннее речь не идет. Скажите, пожалуйста, если бы было Еве все сразу сказано, смотри, после того, когда ты это сделаешь, ты потеряешь внутренний мир, ты потеряешь взаимоотношения с Богом, ты потеряешь взаимоотношения с мужем, у тебя в семье начнутся проблемы, старший сын убьет меньшего сына, и ты откроешь двери греху. Скажите, она бы пошла на этот шаг? Вот так осознанно. Она же не была еще поражена грехом, правда? Она бы не пошла. Но дьявол сразу попытался нарисовать другую картину обмана. Говорит, у тебя будет это, у тебя будет это, у тебя будет это. И все это без Бога будет у тебя. Он это не сказал. Как часто, друзья, мы продаем себе греху, не зная, какие будут у него последствия. Или даже зная, как сказал Авидий, он сказал, я знаю лучшее, я стремлюсь к нему или поддерживаю его, а практикую в жизни другое. Вот здесь происходит такой конфликт. Когда человек без Бога, он обязательно будет идти по наклонной вниз и будет продаваться за любое. За удовольствие, за то, что вожделенно, за то, что вкусно, за то, что дает знания, за то, что приносит деньги, за какое-то минутное удовольствие. Абсолютно за все будет продаваться. Это человек, который не знает Бога. Человек, у которого жизнь дистанции 50, 70, 80 лет. Человек, у которого жизнь дистанции вечность, он мыслит по-другому. Библия говорит, что если даже люди отворачиваются от нас вот в такие моменты, то Бог не отворачивается. Для этого у нас есть несколько историй, записанные в Слове Божьем, и одна из них записана в Евангелии от Луки, 15 глава. Она хорошо вам знакома, это история с блудным сыном.
Нам не очень много написано о его плохой жизни, но написано, что он жил распутно. Написано, все деньги растратил, все распустил, написано, с блудниками, с блудницами, распутной жизнью. И дошел до самого дна. Остался он у корыта, где хотел поесть со свиньями вместе, но и там ему не давали. Представьте, когда человек предается греху или продается. И в конце концов написано, что пришел в себя. Оказывается, все, что он делал, он был вне себя. Дьявол управлял и руководил ним. И в конце написано, пришел в себя и сказал, я возвращусь к Отцу. Он принимает решение. Это означает покаяние. Он не делает так, как сделал Давид. Давид, когда сделал грех, думает, как же этот грех прикрыть. И делает другой грех. И написано, расточил, жил разгульно. Жил разгульно, в другом переводе написано. Друзья мои, какому греху продан или продана я? Это вопрос наш каждому сегодня. Как-то я вам говорил, что у греха не бывает возрастного ценза. На работу, когда принимают, смотрят, сколько вам лет. Когда вам хотят начинать выплачивать пособие или пенсию, вам смотрят, сколько лет. Но когда вопрос идет греха, дьявол не спрашивает, сколько вам лет. Он не спрашивает. Это не замуж выйти. Дьявол, он знает, что грех в любом возрасте может быть грехом. И в каждом свой. Восьмая глава Евангелия от Иоанна. И сказали ему с шестого текста, с пятого текста, «Учитель, эта женщина взята прелюбодеянии, а в Моисеем законе, Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями, что ты скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «А кто из вас без греха первый брось на нее камень?» И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись, не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, а где твои обвинители?» «Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи!» Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Немного раньше я сказал, что как бы люди не оценили вас и ваше прошлое, у Бога есть своя оценка. Он не оценивает меня по моей прошлой жизни. Он оценивает каждого из нас по тому, каким я хочу стать сегодня и как я хочу продолжать свою будущую жизнь. И еще раз, неважно, в каком возрасте это произошло. 70, 80, 18, не имеет значения. Когда человек принимает решение, когда он приходит в себя, Господь стоит у калитки и ждет. Вот отец ожидал возвращения блудного сына. И эта женщина, которая была взята в грехе прелюбодеяния, казалось бы, на ней все поставили крест.
но только не Иисус. Иисус понимает, что каждому человеку возможно начать все заново. И бывает, люди не верят, и они нам уже повесили ярлык, и с этим ярлыком люди ходят по жизни. Но поймите, этот ярлык может снять Господь, если мы меняем в жизни наши решения. Так произошло в жизни этой женщины. Так может произойти в жизни нашей. И неважно, какой грех. Это был грех прелюбодеяния, это был грех другой зависимости, это был грех нарушения заповедей Господних, там, может быть, нечестности где-то в отношении финансов. Неважно, когда мы принимаем решение начать новую жизнь, Господь, знаете, что говорит? И я тебя не осуждаю. И я тебя не осуждаю. Это очень важно, услышать свой адрес тогда, когда многие еще не верят. Многие еще оценивают нас по-старому. Они нам определили какую-то полочку в жизни, какую-то нишу и говорят, это он, вот это, мы его по-другому не воспринимаем. Мы ее по-другому не воспринимаем, мы знаем ее. А знаете, что Павел говорит? Кто во Христе, тот новая тварь. Во Христе новое, а древнее все прошло. Поэтому Господа не интересует мое прошлое. Единственный вопрос, на который сегодня хотел бы я, чтобы ответил каждый из нас, какому греху продана или продан я? Какой грех меня тянет на дно? Какой грех меня уводит от Бога? Какой грех препятствует мне прийти в церковь? Какой грех удерживает меня от чтения Божьего Слова? Какая зависимость? Чем я наполнен? Хочу сказать, что для Бога нет ничего невозможного. Абсолютно ничего невозможного. Но однажды Иисус сказал ученикам следующее: «Если не покаетесь, все также погибнете». Знаете, человек никогда не думает, что он умрет. Имеется в виду человек, который, знаете, так не болеет, более-менее так трудится, работает. На этой неделе умерла одна женщина. Это, скажем, Наташиного дяди жена. Мы всегда к ней заезжали. Это Машина бабушка. Мы всегда к ней заезжали, когда приезжали. Очень энергичная, очень энергичная. Никогда, никогда не отпустила из дому, чтобы вот не накормить и в дорогу что-то не дать. Никогда. Очень гостеприимный человек, очень много мы с ней о Боге говорили. Когда мы узнали, что она умерла, мы не смогли связаться с ее внуком, позвонили соседям, а соседи говорят, целый день работала в огороде. Целый день работала в огороде. А вот вечером зашла, душ приняла и умерла. Она не планировала умирать. Она не планировала умирать. Это еще не тот возраст. Не знаю, сколько, 70 лет, может, больше, чуть меньше. Люди не планируют умирать. Они всегда думают, что завтра еще обязательно предоставится какая-то возможность. Особенно, когда люди на свой возраст смотрят, ну, мне же только 30, мне же только 25, а мне вообще 18. О чем речь? И люди всегда понимают, что впереди еще такая большая перспектива жизни. Все из нас в этой стране передвигаются на транспорте. Кто из вас знает, что случится в следующую секунду? Никто. Абсолютно никто. Завтрашний день, завтрашняя минута от нас сокрыта. Или следующая минута от нас сокрыта. Поэтому, пожалуйста, давайте мы все пересмотрим, какому греху продан я. Дьявол, он рекламирует, он говорит, это тебе надо, это вожделенно. Я смотрел, у одного в машине была какая-то наклейка такая, там бутылка пепси-колы и что-то еще рядом. И написано, вот такое сочетание ты еще не пробовал, попробуй. Вот там пепси-кола с чем-то.
И вы знаете, а у меня такая мысль, интересно, будет попробовать. Друзья мои, в тот момент, знаете, а потом я думаю себе, слушайте, и то вредное, наверное, то, что предлагают попробовать с пепсиколой, еще вреднее. Понимаете, да? То есть сразу мысль такая, Ева подумала, о, так подожди, так это же класс, это надо попробовать. Дьявол сегодня преподносит грех в самой прекрасной упаковке. Самая лучшая реклама. И до этого Ева не видела, а стих следующий говорит, и увидела она, что этот плод как раз ей необходим. И увидела. Он вожделен, он дает знания, она увидела. То есть хорошо представили. Я думаю, что для того, чтобы дьявол, скажем так, не затмевал наш разум, нам необходимо знать точно, чего мы хотим в жизни. Нам необходимо определить наше направление, и даже если мы определили, понимать, что в любой момент мы можем сойти с дистанции. Очень плохой пример для этого Саул. Очень плохой пример для этого Саул. Это Божий человек, это царь Израиля. Это тот, который правил народом, хорошо правил. Это богобоязненный человек поначалу. И как вот эти все человеческие амбиции отвели его от Господа. И в конце концов, мы не читаем, что он прелюбодей, мы не читаем, что он пьяница, мы не читаем, что он какой-то там, знаете, еще. А вот такие человеческие качества, которые разрушают внутренний мир человека, они будут привести человека к гибели. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы с вами помнили эти прекрасные истины, которые мы сегодня еще раз повторили в своем сознании. И текст, который мы читали в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 11 текст, и отвечала она, «Никто, Господи, и сказал ей Иисус, и я не осуждаю тебя. Иди и больше не греши». Пусть Господь благословит нас, чтобы эти слова были произнесены в адрес каждого из нас. Я не осуждаю тебя. Аминь. Помолимся. Наш Господь, мы очень благодарны тебе за то, что сегодня мы нашли тебя, и какому бы греху мы не были проданы в прошлом, твоя сила, твоя рука, она способна извлечь нас из любого рва. Благослови, пожалуйста, всю нашу церковь. Благослови всех, кто сегодня слушает нас и смотрит в сети онлайн. Господи, кто находится в пороках греха, зависимости, кто находится в пороках блуда, Господь, останови. О, кто потерял смысл жизни, Господи, возврати этот смысл, потому что с Тобой всегда хочется жить и возрастать. Господи, услышь молитву нашу, чтобы каждый из нас мог быть поддержкой друг другу и прости нас, когда мы надеялись только на себя и на свои силы. Во имя Господа Иисуса просили обо всем. Аминь. Thank you.
Обратимся в тихих молитвах Господу. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Присядьте, пожалуйста.